Просят помощи. В редакцию телеканала «Сургут-24» обратились родственники пропавшего мужчины. 39-летний Андрей Куба больше 2 недель не дает о себе знать. Мужчина проживал в поселке ГПЗ Сургутского района. С 10 июня информации о нем нет. Приметы. Рост 185-190 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы темно-русые. На лбу продолговатое родимое пятно. Был одет в темную куртку с надписью желтого цвета, темные спортивные штаны и резиновые сапоги. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Андрея Кубы, просят связаться по телефонам, указанным на экране.